конце прошлой недели в республике Мариэл в лесном массиве поселка Куяр прошли межрегиональные соревнования «Школа безопасности». В соревнованиях приняли участие 18 сильнейших команд Приволжского федерального округа. Участвовали и наши юные ульяновцы из школы номер 7 имени Кашкадамовой, где заняли второе место в номинации «Пожарно-тактическая полоса», достойно представив наш регион и город. Готовились мы, конечно, и по ориентированию, и по организации бивака вот в походных условиях. Но основным, так сказать, умением на этом, так сказать, конкурсе была альпинистская подготовка, которой мы, к сожалению, не владеем. Вот. То есть это вязание переправ, около десятка туристических узлов. Представители Ульяновска достойно показали себя на спортивных эстафетах, в творческих конкурсах, а также мастер-классах по совершенствованию навыков действий в чрезвычайных ситуациях. В течение нескольких дней ребята проходили сложные испытания, демонстрируя свою физическую подготовку. Самым трудным это, скорее всего, когда мы плавали на лодках. Нам нужно было с одного берега на другой берег перепрыгнуть, кинуть спасательные круги, потом обратно сесть в лодку и спасти тонущего рыбака, вот, утопающего. Вот, мы все это справились с этим заданием. Впервые мы это делали, и у нас все хорошо получилось. Участие в межрегиональных соревнованиях стало для ребят большим и запоминающимся событием, благодаря которому они обрели новых друзей и получили незабываемые впечатления. Я извлекла огромный опыт, я извлекла много общения, много знакомств на этих соревнованиях. Как преодолевать себя, потому что когда мы залазили, у нас была техногенная полоса, можно так сказать, я была одной из девочек, которая на соревнованиях единственная залазила и спасала человека на дереве. Это было очень трудно. И когда ты там висишь на высоте второго этажа, это такие эмоции, тебя все трясет. Ребята не хотят останавливаться на достигнутых целях. В следующем году они планируют участвовать в соревнованиях, чтобы завоевать долгожданное золото. Кристина Аннина, новости Ульяновской правды.